Итак, всем привет моим телезрителям, подписчикам. Сегодня у нас 4 апреля 2016 года. Первый день посевной в нашем хозяйстве. Сеял-то уже в поле, начал сеять. Я сегодня работать буду на тракторе John Deere 49-55. В данный момент я еду на поле, буду его начать культивировать перед сеялкой. Культиватором лента. Я уже неоднократно снимал. Сегодня еще раз покажу, как он в работе, как культивируют. Культивировать будем на маленькую глубину совсем. Эраклитов нам с тобой не культивировать. Сейчас приезжаем мимо поля, где росла кукуруза. А с правой стороны у нас был бассейн рапс. То есть, как видите, зима у нас была, и смотрели мы канал. Зима была у нас очень плохая. Морозы были, снега не было. 2 недели всего снег полежал. Рапс вымерз. В принципе, как все остальное. Ну, сейчас будем все пересеивать мировыми культурами. Итак, подъезжаю сейчас к пахоте. Буду сейчас ее перемахивать. С правой стороны кукурузное поле поросло. Краешку мы не особо сильно будем брать, будем выезжать на дорогу, и подъезжать будем уже непосредственно к тому полю, где буду культивировать. Так, понизили скорость до 7. Итак, вот выскакиваем на дорогу. Как видно, слева от меня тоже поле вымерзло все. Только вот недавно внесли удобрение перед посевом. Селитру. Дорога здесь хреновая, так что разгоняться я не буду. Итак, я уже подъезжаю непосредственно к полю. Вот с правой стороны бывший колхозный сад. Поле за садом называется. Вдалеке видно. Плохо видно. Камера очень не фокусируется. Кейс за грузчиком стоит прицепом, и он сеялка идет в поле. Тоже John Deere 83 200i, и сеялка Ford Joker 6.
так уже подъезжаю к съезду. Непосредственно на поле. Немного беру побольше радиус. Останавливаемся и включаем передний мост. Понижаем скорость пока до 8. Так, проезжаем переезд. Ну все, мы на поле. Сейчас будет подготовка к работе с культиватором. Полная остановка. Ставим паркинг. Начинаем раскладывать культиватор. Крепкий у меня культиватор 6-метровый. Все, поставили главный цилиндр на замок. Теперь как будем работать, только опусканием и поднимание навеской. Культиватор входит в лапы, подрезные диски и катки дуфтики. Плоский яваль. Все, теперь можно работать. Стоят спаренные колеса для лучшей устойчивости и создавания меньшего давления на почву. Итак, вот началась культивация. Всем за внимание. Не забываем подписываться на мой канал, на мою группу ВКонтакте, делиться с друзьями, ставить лайки.